Знаете, в чем прикол? Дед у нас из главного двигателя откачал масло по ошибке. Сейчас нам вот они его везут. Хорошо, что с одной и той же компании. Но все равно лишние движения для того экипажа, конечно, совершенно не нужны. Are you ready? Блять, еще трап оставили, разъебай. Ребят, сегодня просто нереальный контент. В общем, пришвартовалось к нам судно. Абсолютно такое же. Sister Ship. Только что. Будем принимать масло у них. 300 литров. Посмотрите, красота какая. Дождь особенно добавляет красок в этом. Они более загружены сейчас. У нас на борту сейчас 3700 тонн. У них, по всей видимости, где-то примерно... Еще 4800 тонн. Тоже экскаватор. Только у нас сейчас он в носу. У них сейчас запаркован уже. Они в море собираются выходить. Гентрикран у нас на корме. Там тоже видите, да? Абсолютно то же самое. Прожектора светят на мостике, на крыльях. В общем, круто. Редко такое бывает в нашей компании, но бывает. При вынужденных ситуациях встречаемся таким образом. Вчера не работает насос. Maybe they are not rich, да? No, not doing. Because the pipe like this and then going there. Okay. I will ask chief engineer. Там не достает до танка. Пустой воздух качаем. Придется вручную масло таскать.